Всем привет, с вами Стартоп, и сегодня мы узнаем, как охотится тарантул. Перед началом данного видео не забудь поставить лайк, подписаться на канал. Всем приятного просмотра. Тарантул. Большой паук, покрытый волосками. На Земле их насчитывается 900 разных видов. Активно охотятся по ночам. Большие пауки ловят мышей, лягушек, птиц. Маленькие насекомых. Охотится тарантул, не отходя далеко от дома. Как только почувствует, что кто-то коснулся сигнальных нитей, натянутых около норы, сразу хватает добычу. Если добыча долго не показывается около норки, то паук сам отправляется на охоту. Если паук увидел добычу, он сразу же напрягается и осторожно приближается к ней. Только подобравшись на достаточно близкое расстояние, паук сразу же совершает прыжок и наносит смертоносный укус. Если жертва крупная, то паук отпускает ее на мгновение и вновь делает наскок, заканчивающийся укусом. Если смертельно раненая жертва пытается убраться с поля боя, то паук напрасно не рискует и преследует ее, ожидая, когда она потеряет силы. Паук периодически делает свой коронный наскок, нанося несколько укусов и поспешно отступая. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал. Всем пока!